Итак, ну поехали, с вами снова Скотан Фантом, Термаган, валяясь тут рядом. И, собственно, идите Кнайт все, Мэйн, я сплю. Спит там, не пиздовал. И, собственно, мы лучше напарница Кнайт Мейден. Короче, его все подряд будем ебашить. В смысле, карты и персонажи, как получится. Вот. Что тут еще? Ладно, ближе к делу. Что, значит, ты его как начинаешь? Так, заджимал. Так, надо тут потише сделать, секундочку. Вот так вот выходит. Итак, я за тебя напрягаю. Йоу, леопард, блядь. Леон, леопард. Вот. Конечно, поставляемся на эсочку с ней, но хуй знает. Такое настроение как-то сложно сейчас на про уровне. Просто берешь первого Криса и тащишь. Да, первый Крис. На красной карте сейчас скажи. Да. Ебать, я даже... Сука. Если бы меня пристали в голове пистолет, при этом еще Аня приставила и сказала, если ты сейчас, блядь, сука, на 200 не наберешь, нахуй, я тебя убью, нахуй. Да не сюда. Знаю, я все равно, блядь, не смог. Не, даже я... Ну ладно, тогда... Термагат тут постится тогда. А ты же кого? Второй Крис, епсь. Бля, вот ты еблан. Короче, Кнайт Мэйден ебаш там, короче. Потому что у него, сука, первый Крис. И бы ты долго палача будешь пиздить, наверное. А зачем мне его пиздить? Ну да, пусть Аня тогда, да? Да. Да блин, я не могу его Кнайт Мэйден называть, я по имени, мой привычный называть. Хотя, в принципе, особо ты никого не серьезно. Я перепрыгнул, как ты небольшой микрон. Ну да. Ну-ка, термоган. Да, ножичек он достал, конечно, зарежь его, блин. Как драться. Ой, вы хоть она окопите, что-то чувствую, вообще пиздец. Ну, гейм, блин. Плюс море позитива, да? Типа во всем есть плюсы, их просто видеть нужно, да? Да. Все, как всегда, я за главного, в основном я пизжу. Кнайт Мэйден, типа, да. Молчаливая, а Антон так себе, да? Да. Что-то может смешное, ну как-то не очень, да? Я такой, если бы тебе репортер пришел и сказал это, такой, цель, пожалуйста, чем вам Крис первый нравится? Он имба. Аргумент. Ну, у него есть мускулы, да? Я за него тащу все время. А как же твоя суперфраза, красивый мужик? Красивый мужик, это вес. Не еби мне мозг. Да, вообще понятно, чего у тебя девка ушла. А только если она настолько продвинута, что смотрит у тебя кто друзья, посмотрит это видео и скажет ебать. Или я предателем окажусь, я специально расскажу. Так, посмотри, ты должна обязана это видеть. Я своего бывшего. Именно поэтому у меня нет девушки. У тебя есть компьютер? Был, точнее. Как что у тебя есть я? Ну не в том. Согласен, ты лучше девушки. Пока 11. Вот, сейчас, наверное, пойдете. Комбо держи, Аня! А то ему запад нахуяли. Аня, Аня, Аня! А когда фига? Ну, в итоге... Кто тут батя? Антошка спас. Положняк. Я такой, Крис, что-то я долго уворачиваюсь. Быстро убить, кого он сейчас проебёт уже нахуй. Блин, перепрыгнул-то. О, нихуя. Успел я на последние секунды. Бля, вот ты, конечно, мазохист, Антон. С твоим, блядь, опытом, сука, еще и за первого этого. Вот, блядь, пиздец. Как будто я перед девкой еще выгнался, типа, смотри, как я могу. Конечно. Я лучше, твоя мать лучше. Не то, что Илюха первый раз. А, Илюха вообще пиздец. Имба нахуй. Хе-хе, в России я езжу. Ты, блядь, чемпионата даже за ебу играть не можешь. Да, конечно. Нет, ну по-профессионально, мы два раза стрельнем с ДВК, потом мы копашные. Ну, это слишком сложно, да, Антон? Это слишком не нужно геморрой. Нихуя себе не нужно, ему больше снес КП, насколько возможно. И при этом успел бы ударить. Да, гранатами на миг пользоваться, я твою мать. И при этом самому не поганится. Не смотри, на лобу и стрёбну, ещё и в комбо вошёл. Интересно, получится ли с двумя так?
Эй, комбо, бляха-муха. Ебать. А я что могу сделать? Ты мог все, но поэтому ничего не достиг. Видал? Пиздец. Двоих. Да. Ты надо ставку такую. Двоих. Надо будет не затягивать эти видео, они же изолированы. Монстр. Блин, прикольно такие, кстати, видео, на самом деле, смотри, когда это, там через пару лет, так, знаешь, так смотреть, что было. Я когда это смотрел по 11-го Валентина, то, что мы сделали его вам, ты и я, блять, я так ржал, пиздец. Просто не передать. Блин, я снова комнату выебали. Что, голова? Головка? У тебя есть голова, я скажу тебе, да. Чё, курица? Да ты прям вообще снайпер. Бля! Сколько он в жопе ей. Чтобы Гринпис сказал. Сказал, так этих урона надо будет. Заебали. Защита животных. Курица, это не жалость, это птица. Но сама живое существо. Ну хоть скилл умеет сзади подходить, а? И перезаряжаться еще. Да еще продай. Да. Может, девка потеряла много. Ебать, 4 выстрела на того убивать пойдет. Никто так, сука, похвастаться не может. Первый шева. Не, первый шева даже на 4 выстрела убивает. Я сам проверял. Поэтому у нее еще снайперка есть. Я же говорю, он настолько имбатов, что он даже специально занижает характеристики. И снова поебали комбо. Что ж вы такие? А я еще могу сделать. Я должны просто... быть как одно целое. На время, правда. А то я еще ревновать начну на свои же фразы. Я вообще просто гуляю, ко мне моржи не доебываются. И соседка, да, ты тоже. Объединись. Ох, ты сейчас получишь как ёбник. Ах, ты быстрее беги, бля, вот будет смешно. И как бы я же вырезать-то не буду, нашим. Не, успеть должен, по идее. Красавцы. Сейчас бы самому не ёбнулся. Вау-ка. А, не буду чай. Бля, ты мог вообще быстро повернуться назад, это о чём ты опять думал? Думал, типа, успеть. Блин, я сейчас хрич. Ну, знаешь, а то здесь нету. Я бы Кирилл бы вообще ревновал, хрич. Ты пиздец, там она не быстро поранила, она всю жизнь почти сняла. А я как батька добил, вот я без меня вообще ничего не может. Сука. Да, какой снайпер, на таком расстоянии в голову попал. Не то, что себя пукалкой. У тебя даже критерии, блядь, не повышены. Эй, убей кого-нибудь нахуй, кто-нибудь. И палач такой, типа, меня слабо быстро убить. Ну, кстати, третий палач, все, больше не будет, так что... Можешь мне потом не опасаться какой-нибудь пизды жжом и сзади. И сзади, блядь, сказал тоже сзади, блядь. И снова ты, сука, моим скиллом не воспользовался, моим знанием, чтобы два раза слинуть, а потом квадрат. Успеет ли Антон? Ну? Ну? Успею. Ну, недостаточно. Аня, выручай! Это так и... Нихуя с кругоухой. Куда ты прям в коктейль молот? Чё, не видел, что он сейчас прыгнет? Ну что я могу сказать про профессиональный геймплей Антона? Он профессионален. В этом какого? В исполнении Криса первого. И тут такой, это, знаешь, такой звук такой, фу, и такой помидорами тебя нахуй закидывает. Окей, okay, аплодисменты сейчас. Давай, вырубай аплодисмент, я знаю, тебя было. Ну, это уже когда редактировать будут, да? Аплодисменты, сука. А я ведь могу встать, ты же меня знаешь. Я такой, do it, just do it. Ты дал 60 секунд за него. Пиздец. Просто пиздец. Блин, ребята, представь, столько часто не понимаете, а только это одно и то же. Не то, что мне даже интересно, даже людям от него смотреть. Надо ж типа, блядь, с первого похождения сразу карту проходить нахуй.
Бля, вот это выстрел. Вижу, у него там 60 секунд, да. Да пиздец, тогда он весь день тут проиграл, проходя одну карту, чтобы за одного чела давали 60 секунд. Тут врагов-то вы бы уже всех убили 150 и просто бы шароебились. Просто я умею правильно убивать чуваков. Просто удачи, все дела, да, карма. Охуенность. Это же агитатор. Как тебя такое название, да? Шел в Википедии. Нет, я получал достижение убитых агитаторов в режиме Desperate Escape. Какое я произношу, не английское, да? Бог просто английское, я бы сказал. Да. Не зря же меня все щелки по-английскому хотят. Меня то в школе хотел, то в колледже. Ты забыл, упомянул, что они хотят тебя убить. Нет, они хотят просто меня. Эх, они всех выгоняют нахуй. Со сковородка ходит такая, пошли нахуй от него, суки. Так я сальтухи делал себе, хуё моё. А сейчас у него вообще второго, это оружие второго левела, оно уже с миником хуярит. Знаешь, как Жао Юн такая хуярит. Я не такая, вот сучада что. Чё за тупая ветка оружия? Блять, ты чё, в династию не играл? Там вообще умудряют с веерами ходить и с этими, с мячиками, привет, Атоичи. Слышь, мячик. Там ещё где-то судочка есть, чувак. Даже судочка, по-моему, можно как-то поранить человека, но, блять, веером и мячиком. Это что, батенька, ебанулись. Ну прям вообще умно, нахуй. Бля, вы что-то ебашь-ебашь, а комбо так и не набирается. Вы что какие-то... Я не знаю. Синдром штурмовика, вообще заболели. Синдром штурмовика. Это что же слово такое? Ставьте лайк, если кто понял прикол, да? Куда же без этого? Иди, я тебе сказал. Вот ты подбираешь патрона, ты ей точно не дашь, а тут ты выдвинутый у нас медлительный. Вот можно было сейчас передать. Нахуй там. Антох у нас эроист. Да неужели? А был бы прикол, если бы у нее все забито было. О, палач, это первый уже или второй? Я что-то особо не просмотрел. Убейте кого-нибудь! Апперкот что не сделал? Вот тебе апперкот. Не, это говно. Надо было апперкот этому палачу. Ну, вы что вообще? Все, на. Я тут с мужиками разбираюсь, потому что она тут не мешается. Ты просто снайпер от бога, вот бля вот это. Забыл, как кошечка отстрелила, а? А, это что, с 20-го раза? Да. И при этом вначале она еще стояла? Да. Ну-ка, давай его снова. Да, с добряка, на расстоянии, просто... Вообще. То есть, смотри, опа! Да. Учись, блядь, студент. Ты найди три патрона, могу мочи не ёбнуть. Какие-то... Стреляй в голову. В смысле, Маджини. Вот которая тусуется. Смотри, сколько тусуется. Все на Аню, блин, охуели вообще. У нее же есть парень, хули они, блядь, хотят. Я даже знаю, кто он. Похвастайся. Ну, куда же без этого? Стреляй, лечи. Красавчик, ну комбо-то при этом не забывайте. О, головка выросла у кого-то. Не встал у кого-то, блин, твоёнчик, смотри, а. Да конечно. Давай, ревнуй. Нихуя. А ИНС, когда ревнуй. Не знаешь почему? Ну нет, он патроны передавать. Да, не будь ты моим другом. И снова у вас комбо держится в районе где-то 15. Вот реально, если бы вас не знал бы, я бы сейчас подумал, что за нуб играет. А так я знаю, что вы можете же. А так я знал, что вы действительно нуба. Думаю, то на плохом. Свинула. Сучки шея, второй палач. Уууу, Аня, иди помогай.
Итак, о, да ладно! Нихуя себе, ты все-таки умеешь. Хуем вертеть? Да не, это не то, что Кирилл. На кил нажимать. Аня, серьезно, иди сюда. Блин, а она знает, интересно, я, кстати, не говорил никогда про эту кнопку, то, что это. Ну, типа, знала, где напарник тусует. Я ей просто не говорил, не знаю, сама ли она. Разбиралась на стойках. Ооо, кугалуха! Я почти увернулся. Почти, да, надо было тебе вперед просто прибежать. А меня чувак ударил. Нет, вот как раз просто... прям на секунду не хватило. Снова сейчас ой, бабушка! У меня на запись, чего? Деточка, сколько времени-то? Я не деточка, это... с 5 часов. 5 ровно, да? Да. Блин, баб, ты меня позоришь. Люди как будут... Как позоришь? Блин, баб, все, иди, больше не заходи, я на запись. Ну ладно. Я занимаюсь работой. Вот и все, теперь все узнают, какое... деточка. У меня там Ваня дает сейчас... Мамкин сыночек есть. Такой, да, у меня есть бабушка. Такой, великий скрипен фандом, у меня есть бабушка. Я думал, он всех убивает тебя, без сожаления. Какого хуя, да, описываешь? Да, да. А может, как-нибудь прикольно, заставить бабушку в резидент поиграть? Не-не, не в резидент, что-нибудь такое легкое, в Dota, например. Представляешь, там батл мэтч будет, нахуй, охуенный. На пол уровня. Пахнул, ебать. Не, пахнул слишком сложно, не будет. Зато представляешь, какой индивидуальный контент будет. Вот кто-нибудь раз уламывал свою бабушку играть в игры. Да. Ну так и по пальцу надо писать, что и то это американцы, наверное, были или какие-нибудь такие, ну из-за границы. Бля, Андрей, попробуй. Здравствуйте, я тут видел. Ну с комментариями, чтоб не верили. Ты мне это видео показывал, где это там, что, типа, чувакам, родителям давали там в игры поиграть, там всяких рэперов показывали. Где, когда? Ну там же какая-то чувак, как охуенно в очках комментарий делал. Что не помню. Знаешь, как комментарии? Ну типа, когда они там этот... Ну этот еще, блин, был как это... Ликея он еще тут это ведет, этот шоу. Где там родителям всякую хуйню показывают, которую... А, ну и... Ну так они же там GTA играют. Ну это не бабушка же его. Это вообще это... Чья-то бабушка. Значит, ты видишь, это же не первый контакт, а... Они получают за это деньги, а я просто... А тоже ты... получаю деньги! Ну как бы, блин, я стараюсь делать разнообразный контент и всякое все дела. Бабушка-то не получает прибыль с этого, я так получу. Блин, реально похоже ебануться. Ну честно, она множество шуток. Вот стопов она, наверное, только что пошлые мои шутки поймет. А остальные нихуя. Ты скажешь, так, о, какой у меня сыночка, а? Блин, что-то реал, вот у меня идея, ну может реально как-нибудь замутить. Ля, да ты ролаешь. Бля, самое главное, интересно, на кого она играть будет. Кому ей душа ближе будет. И представляешь, она возьмет Аянка. А вот я поражу. А они меня вообще привет, скажут, блять, это у тебя в крови, нахуй. Или будет говорить, типа, это, какого. Типа, это ты сам ей выбрал, нахуй. Не-не, вообще за Рига будет ебашь, там прессинг, нахуй, дикий прессинг просто, нахуй. Бля, реально, может, не шучу, может, замучу, попробую. Скажу, баб, ты ж хотел со мной поговорить о многом, и сейчас будет у тебя такая возможность. Ой, у меня жизни мало, у тебя есть сокетчика? А, у меня есть сама. Так что все, спокойствие. Комбо! Так, сможешь ли покрутить хуем, Антон? Ну-ка, 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 ну-ка. Давай-давай-давай. Эх, о, смог прям. Да нихуя себе ты прям. Нихуя еще и убил его. Соло, ёпть. За первого Криса, ёпть. Да. Попробуй последнего убить. Еще и комбо сдержал, ёпть. Тогда я тебе лапу возьму. 20 комбо, блядь. Да у вас возле должно быть полтинничек, нахуй. Вот как минимум. Да, когда я ослаблен, это пиздец полный. И неужели приведете комбо? Нихуя себе сам. Говно дробовиком исправил положение. Было подъем, просто не убил. Потому что, как известно, у меня дробовик не всегда с первого раза ебался. Иди того. На тебе бутылка, сука. Нихуя! С
скилл или удача? Нихуя, сказал скилл или удача? Первый был скилл, второй удача. Ой, да. Жалко, они, наверное, не особо не понимал прикола. Ну, когда вид поймет. Ну, прикольно получилось. Я кого-то задумано было. Ну, кстати, вы молодцы, давайте старайтесь уже, смотри, 36 комбо, нахуй, это будет пиздец печаль. Все-таки надо два выстрела делать. Ой! Я бы охуел. Так тупо бы было. Все-таки надо не смотреть, получается, один раз стреляешь, второй раз уже просто что-то такое. Ну, в ногу или куда-то выстрелить, а потом... О, третий палач, последний. Ну давай, повторишь ли ты свой подвиг снова? Комбо, блядь! А у меня нет никаких. Снова скилл, неудача! Я вас спрашиваю. Удал палач настолько похуй, что он даже своих ебашит. Сколько спас у него, а? Проебали вы комбо. Тебе ж видишь, что ты смс-ка написал, типа. Большими буквами такой. Проебали вы комбо. Ой, еще жизни мало, у меня тяжки есть. Вот сейчас опять будет рисковать, типа, он неужели? Ну прям вообще вылечу ее. Нихуя, да, не успел на секунду буквально. Решил прям максимально риск подойти. А, рискованный ты, правильно. Кто не рискует, тот не я. Кто не рискует, тот не выжил, да? А, и тут же. Второй раз не прокатило, да? Это уже, кстати, пятый раз. И вот теперь действительно не прокатило. А вы Вейн-то все взяли? Не знаю. Какой сильный дробовик, да? Какой... Какая имба? Не, вообще полный имба. Какая меткость. Ты же видел мой скилл. Что-то он не работает не всегда, не везде, не со всеми, да? Просто я нифига его включаю. Я даю фору Маджини. Маджини же тоже хоть иногда побеждает. ты же вот троих палачей зарубил. Или все-таки двое было? Знает он анимацию захвата. О, уже лучше. Уже один раз успел выстрелить, посмотрите. Учится парнишка. Великого мастера. Это какая они сейчас, какая самооценка? Вы посмотрите на него. Ты что, не слышал про невидимую стену с этой хуйней? Ты что, вообще выйдет не играл? А прикинь, Йонус так красненький, короче, во все себе резиденты переиграть. С комментариями все в одном видео. И назвать резидентский день. Или резидентская ночка. И еще название ролика это. Знак любви, да. Назвать. Чтоб специально просмотр больше подумать, типа, что-то необычное. Ебать, у вас есть столько времени. А комбо все нихуя с него выстрела не показалось. Я рвалюсь. Либо сам просто походка своя лунная была. Вот у тебя и был шум. Да, у тебя выбрать патронов пиздец. А что яйцо не взял? С чем у меня аптечка есть? Блять, ну будет две аптечки. Зачем мне две аптечки? Они бы... больше нет. Они бы яйцо передали. Не, это ж... Они яйца передавать ты будешь, я понял? Хорош. Бля, так смешно падает. Комбо тайм. Не успеешь. Почему мастер всегда прав?
старается вам время набивать, его посмотрите. Это пиздец у вас, конечно, на самом деле. 90 тысяч. Это у вас пока ашечка идет. Сейчас на 150 чехов захуярим. Ну да, я ибо... Ибо всех убить вам надо, чтобы получить 2С. Либо сейчас комбо от начала до конца держать. Ну, насколько получится. Чтоб какая-то вероятность была, что у вас эска. Так что ебашьте, ебашьте. Не убьешь же, потому что надо два выстрела делать, и снова ты мастер, сука, не слушай, блядь. Что ж ты такой, блядь? Я прям уже делал просто выстрел, блядь. Какое ты делал, там два выстрела, это максимум, блядь. Что? Я по нему стрелял до этого. До того, как меня ёбнули. Не может быть такое. Может. В бляске жизни 4 пули помещается в Криса первого. Красавчик. Мы умеем разбираться. Бля, я смотрю, как бы не убили ее вообще. А, вы кого уже поебали, уже тоже надеюсь. Да, ну хотя бы S попробуйте. Постарайтесь, вам всего лишь 15 тысяч надо накопить. Блин, и держись как-то рядом, наверное, потому что мне кажется, я сейчас съемну. У меня что, аптечка нет, что ли? И там все заново, и вас снова ждать, да я не выдержу, нахуй. Ебать ты, ну нихуя. Ну заебал, это, посмотри, блять, ну не так смотри. Блин, а, лечись, короче, если у тебя, нет, ну понятно. Я не так, да я облечился, да было. О. Типа заебался. Это контент, конечно, круто выстрелил, да, но не вовремя. Да, не набирайте, походу, 2С. Каких-то ебаных 6 тысяч, вот, класс. Не, конечно, если вы сейчас время будете набивать. Ну-ка, ну-ка. Ааа, лалка. Давай. Ну, квадрат. Лалка. 5 тысяч не хватило. 5 тысяч, блядь. Ашечка не получили, еб твою мать. Я вас не узнаю, ребят. А хули, блядь, здесь чёрков осталось. 10. 10. Но, увы, ах. Миш, я зенгу как нагинал. Пиздец, блядь. Не умею играть даже. Да, на ашечку, нахуй, на первой карте, блядь. Так, ладно, что там, написала 100 пудов что-нибудь. Сейчас напишет, какой я молодец. Нет, она, я помню, ничего не написала. И похуй на меня. Так, ладно, играем, вторая карта. И закажем играть. Нихуя у меня тут ашечка. Даже тигран у меня. Эсочка. Так, вообще не могу за любой играть. Вы же все прекрасно знаете, да? Поэтому приказал последнюю крестку. Ладно, все что надо. А это слишком легко будет. Надо, надо, надо. Ладно, я обещал Ане угодить ей в куличом, поэтому я играю за Шеву. А? А кто понял прикола? Я никто не понял. Поиграть за вторую, в пизду эту первую, слишком слабая, а третья слишком охуевшая. Поэтому играем вторую. Мы же держимся новыми, да? Нет, конечно. Да. Поэтому... Щева, щева Альмар. Ну чё она мне ничего не пишет, а? Она меня вообще слышит? Вообще мне смайлос, вот ты слышишь меня. Я знаю, что ты должна слышать. Это как это, я нужен тебе, мать твоя, нужен? Блин, сколько мы уже ебашим? 29 минут, ебать, а вот тут пиво как пошли. Пиздец. Аня, накажи что-нибудь. Смайл напиши, ёбан. Бля, уже ебаный игра началась. Ух ты, её уже ударили. Итак, поехали. А сейчас Соня бодрячком Илюха играет. Он же скопил, мать его, фантом, фантомас. Че ты там в телефоне залипаешь? Снова лайк поставили? Да я снова твой чувак, это тоже слово. Да ладно. Да, он со мной. А вдруг у него семья, дети. А ты его пытаешься трогать. Таких голубоев не может быть семьи. Рекомендую, там помрой. А откуда фаза тут появилась? Почему ты любишь это долбоеба? Он долбоёб. Кто, если я? Ну вот, видишь, да. Так вот и рождается с ними. Решил он запустить что-то. Да.
Да пиздец, а если у меня будет лагать эта хуйня? От дотки. Да. Ну, в конце концов, могу... Я тогда у тебя скачивал игру на целом гигабайте, в смысле, на одном мегабайте, у тебя ничего не лагало, я еще при этом сам играл, да? У меня сейчас прям лагать будет. Ну, сматы я... Я посмотрел, но у тебя нет. Да ёшкин кот. Ну, смотри, насос так и есть. Ну, тебе так надо, если что-то не так пойдёт. Сейчас даже только начнешь, это все виноват, это все техника. Ясен хуй. Блин, ну что, не видим туда? А, у него птичка дохуя все. Ой, что-то я тупить начинаю. Так, ладно, собрались. Я только начал играть, уже начинаю тупить, что на. Я что, устал? Помнишь, даже сразу. Да что, у тебя баранок тоже был. Эй, сушки-баранки, эй, сушки-малышки, не трогай. Эй, блядь, руки прочь от Советского государства. Советского Союза. Советского государства. В истории учили. Чтоб тебя расстреляли. Мы не оставим. Как тебе сушка-малышка? Да, такие малышки, горячие крошки прям. Да, да, да. Блять, ну никого нет, где эти суки? Ах, Винни, где ты раньше был, нахуй, с молотом встал, блядь. Блять, у меня патрон от калаша заканчивается. Калаш мне взад. Так, чувак, спускайся. Молодец. Молодец какой. Какая там Аня разошлась. Со своей снайперкой. Так, паучок, что ли, припёрся? Пора ебашить. Где эта сука? Где эта тварь? Иди сюда, нахуй. Сюда, иди, ёпки. Бля, Аня, комбо сохрани. Фу, я сохранил. Главное не умереть. Так, 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 Аня, комбо набирай. Комбо, держи, 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 только. О! Умница, Шева, не зря я тебя выбил. Я взял, я просто поимел очко, нахуй, его белое. Так, ну выслабляться нельзя, потому что, сука, еще два дружечка этих ебаных будет. Два, Карл. Ой, ну только это не жопа вышла. Жопа вышла, блядь, не фраза. Да ладно! Я бы охерел. Два выстрела. Ну ладно, будем знать. Будем учиться. И опа! Антон, ты чего это молчишь? Да, ты же обычно пиздишь без остановки. У меня тут крошки, малышки. Смотришь, блядь, не смей произносить их. Крошки, малышки, только деревюшки. Смотри, как человек получился. Здесь даже Дакмаджин домогается, типа, сушки, давай. А если найду? Ой, да ладно, что она убила, не забыла. Ну смотри, неплохо, 47. Вот видишь, как батя сел играть, сразу заебись еще и на вторую карту. Фу-фу, какой снайпер. Паук! Аня, комбо держи! Любой ценой! Нет, мы проебали на 59, сука, нет. И сколько у нас очков нахуй сейчас будет? Я не убил ту суку до конца еще.
Через тебя, по-моему, долбанный, сука, ненавижу, блядь. Почему у тебя так много времени своего на тратить, драгоценное? Время это все, что у нас есть, нахуй, самое дорогое в жизни, блядь. Я трачу на этого блядского паука. Вместо того, чтобы ебашить, блядь. Ну-ка, коктейльщик, прыгай, красавчик. Все, ранее у тебя одного моба занял. Так, опа, еще один вдох, десяточка. Десять, мое любимое число. Длиной. Ой, блядь! О, сохранил. Давай, стреляй. И опа! Ну не профессионалы, хули. 14, 14. Ну, блядь, ну могли же сохранить. Какого хули это было? 15, и комбо-тайм у нас. Блядь, ну никого, сука, нет. Так, надо вылечить. Так, интересно, она все взяла время в этом блядском подземелье? По-моему, мне кажется, в одном она месяце не взяла. Потому что до этого она обычно была не так. Уже этот долбанный вход так сложно заметить. Да, команд, команд. Да, взяла ты. Ну что ж ты, Алечка? Итак, берем и... Опа! 30 секунд всего лишь. Что ж так, блядь, мало? Колбатаем. Так, что-то эти паук снова будет. Поэтому лучше в углу. Охуеть, блядь, с помощью говно, пианос, сука. Еще и в углу я, мать его, за ногу. Шева, если ты сейчас не запилишь, умница, умница, просто... Ня. О, правда, комбо нихуя не сохранил опять из этого блядского паука. Пока ты не выиграешь, потрачь. И стопу до плани этого в этот момент не было. Могу. На экране. Потому что меня точно могла подвести. О, еще одна комбо-тайм. Берем, берем, сука, берем. Все убирали. Немножечко. Опа! Сумасшедший Assassin Creed. И опа! О, тут еще и петушок бегает. Иди сюда, сука. Сюда иди, ёпта. Отдайте мне петушка. Где ты, петух? Стой, сука, на месте, блять. Yeah, дал с первого выстрела из страйкера. Опа. Опа, 20 уже комбо. Нихуя у меня, смотри, все виды яиц есть. Ну, кроме которого говняные. Смотри, да я просто коллекционер яиц. Я такой мужик с яйцами, аж тремя, нахуй, не думаю. У кого большие яйца и остальные? Комбо, чё-то комбо, комбо, комбо. 32, 32, 32, 32. Бля, сейчас выебем. 33 коровы, 34 и... Сука, 35 не успел. Да, сука, 154 тысячи, а это две эски, блядь. А? А? Кто тут бог, блядь, играет в свою блядскую доту? Это потому что я за свою профессиональную шеву играл. Так, где мой блядский телефон? Итак, настроение поднялось. Заска стала получаться, все. Эй, что-то я не понял, что тебе не сдали. А, ты же за вторую играл. Так, что, третья карта? Деревня. Village. Village. Ты слышишь как деревня, да? Да? Да. Я же всегда прав. А я знаю английский, йоу. Итак, за кого тебе, блин, поиграть? Блять, за Тигана нельзя играть, уже типа играл. На S-шку, правда, ну ладно. Блять, ну не заебано уже Вестер играть. Я поиграю за крысу третьего, йоу. Старс! Старс! Как там Невизида говорит. Так, смотри, они уже готова. Ну мне даже не пишет нихера ничего, прям. Готов только ебашьте, ебашьте. И поменьше пиздеть. Почему так? Я так еще пишу так, потому что заканчивается на У, блять. Ну заебал, напиши что-нибудь, ты меня точно не слышишь. О, пишет что-то, значит слышит. Должна слышать. Ну ладно, поехали, сейчас заика. Просто смап. О, все, окей, значит за яйцом. Ну погнали. Итак, карта Village, третья, играем за Crystal Stars. Это, кстати, самый любимый по соглашению. В кавычках. Ой, ты пуся.
Да ёпт, вы чё смеётесь, что почти полжизни уже на ровном месте. Десяточка пошла первая. Ну что это было? Ну ёб твою мать, где все? Ну вот хули я тут мог делать, если меня никого не было. Капец, бабушка так громко слушает эту херню, что, надеюсь, не запишется. Я сыпь чудом узал. Да уж, кайф один жить. Таких по мне точно не будет, а меня. Осталось немного подождать. Уй, ну какого хера? Нет моего размера. Само комбо тайм, пока что ебашит. Нихуя вас тут, ребят. Я иду. Хуя. О, сохранил. Ой, я вас тут целков. Лучников. Блин, у меня никого. Да вот никого не было, блин. Ладно, сейчас к тебе пойду. И мы всех к ебеням ебнем. Эй, да что у тебя такое там все? Хелп, да хелп. Меня это настораживает. Я иду к тебе, а ты ко мне. Ты она-то пошла. Сейчас вылечусь. А, ну ладно. А, так вот почему камон у тебя этот хуй, блядь, есть еще. Хотя у тебя, в принципе, снайпер нормально, тоже довольно бой снял. Ой-ой-ой-ой, дело дрянь. Ой, помоги, 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 у меня паук, 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 бля, ну такого хуя. За меня комбо поебали. Да заколебали своими паучками. Головками.
Нахуй ты яйцо взял, блядь. Это тухлое. Да где я вообще? Дерись. Ты что за песос? И снова дичёрка. Снова кабуха поиграли. Так, у меня есть яйцо. А значит, я опасен. Нихуя, это яйцо выбивает твои колись щит, если попадешь. Весь причем щит. Я не шучу. Я думал, он вообще как бы не считается урон. Ну или хотя бы дырка будет. А он весь щит пробивает, охуеть, яйцо читерное оружие. Теперь я знаю немного больше обиды. Ох, не то я. Так, пошли отсюда, что тут вообще пиздец какой-то комбо набивать. Нехорошее это занятие. Go! CS go! Ой-ой-ой-ой. Хера там за нами было. Ой, надо тебе потом передать. Умница, сохранение выполнено. Хо-хо-хо-хо, вот это было отличное место. Фак. Так, по всем вроде время. Блин, нам срочно комбо держать, короче, иначе пиздец бы комбо. Сейчас пока у нас А идет. Так что любой ценой сейчас держим. Аптечка у меня есть, если что. Да мать твою, где лаги? 24. Комбо держаем. Ох, уже на жизни. 30-чика. Блять, патроны. 9000. Блять, не хватило. Я типа зол. Ну ладно, тоже заебись. Крис просто не мой персонаж. Играл бы за Шеву. Ой, блин. Ну ладно, все равно неплохо в целом сыграли. Хотя, конечно, если хуй можем лучше. Ладно, следующая карта, блять, самая большая. Самое пиздецовое.
Пиздец, блять, ненавижу сейчас эту карту. Ну ладно, давай сыграем, мы должны на всех картах поиграть. Аж собрались ебашить. А что значит, надо кончить. Итак, ну сыграет... Я пойду цитату выписываю. Ясен хуй, вы меня и так делаете. У меня же паблики должны создавать, типа, мысли Илюхи Коновалова. Он же скопил фантом. И, короче, в основном половина цитат от них пошла. Ой, и надо скинуть уебаны, которые будут репостить. Так, Uncanned Ruins называется. Слушай, Uncanned, это, по-моему, Insane переводится, а Ruins это руины, да? Получается, разумные руины, что ли, переводится? Не, подожди, Uncanned, Uncanned. Как Uncanned, Ань, переводится, ты же знаешь, не английский. Более-менее. Я такая, блядь, это переводчик, сука. Блядь, за кого мне играть, нахуй. О, они что-то пишут сейчас, она... Древние руины, ёб твою мать. Разумные руины. Ох, блядь, Илюха, тебе прям надо переводить, нахуй. С ямахком всё. А знаешь что, поиграю тоже за Джилл. Да, вдвоём типа Джилл такие. Джилл Валентайн. Типа я клонировал. А, даже так. Типа одна мы назовём Джилл 1. А вторая Джилл 2. Так что за работу Джиллы. Итак, о, на Ашечку тем более в натуре надо исправлять. Какая Ашечка? У тебя как минимум одни С должна, как максимум две Эски только должны быть. Итак, Джиллы. Mission complete. Точнее, Mission start. Будет, думаю, весело и интересно. Мы уже все одну минуту ебашим. Как много. Ебать, правда, заебусь всё, активит, наверное. Ну да ладно. На ночь послушайте, чё. Итак, значит, что у этого? Это, значит, снайперка просто мега охуенная. А стандартная уже так себе. Ну и капашка тоже так сидела. Значит, нормальный персонаж. Чуть выше среднего, наверное. Блин, кашка, ты реально пиздец мега просто огромный, время тут я ебу сколько. Так, пока комбо тайм, надо ебашить. У нас уже пятью не пошла. Да ладно, серьезно? А, ну хотя этот же с этим, с увеличенным здоровьем, это с факелом находится супер. Пятерочка с надо. Получаю фашист гранату. Че, не хочешь потом следующую отсыгнуть? С военными. Своем, мне. Ты же как раз войну скоро загребут, и вот типа ты такой. А, суки, в армию, да, не хочу зайти, и типа ты всех, короче, ебашь там. Я мне ладно. Представляете, мою братишку хотят в армию, сука, завести. Твари. Мы комбо проебали, бляха, муха, снова. Даже не успеем особо начать, уже проебали. Ой, блядь, головки, это хуя. Нет, нет, нет. У вас не должны вставать на дело. Вот так вот, всех просто поимел из снайперки. Я бы охуел, если бы он умер. Ой, ну Джилл, что это было? Опа, свернули сучки шеи. Да, конечно. Не в этой жизни, братишка.
Блять, я просто всем шею сворачиваю только так. Комбо, 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 Илюха, не греби! У, двадцатка. Есть, я довольно так супер. Да куда ты упал, нахуй, заебал? Просто я без я бы просто проебал опять комбо. Нет, 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 нет! Фууу, Ванечка спасла. Положение так надо лечиться вообще, что я про жизнь вообще забыл, пока я на комбо это все пихаюсь. Благо, вроде бы время так нормально. Сойдет. О, я спас комбо. Эй, я молодец. Нихуя вас там собралось с вами. Аборигена. Так, время, время, время. Так, Аня, комбо держи. Держи, держи, держи. Как-нибудь там. Сейчас я время возьму и начну тоже держать его. Бляха-муха. Ну почему? Ну почему? Почему ты, сука, так медленно? Вы же быстрый самый момбо. Вы должны были за мной следовать, чтобы я повернулся и тут же комбо спас. Ну нет, блять, он с факелами был. А вы типа сильные, здоровые, но сука медленные. Ай, бля, даже уже в комбо не жалко поебать, всего лишь четверочка. Фантастическая четверка. И снова сворачиваем с суки шею. Опа. И идем дальше. Как будто ничего не было. Блин, меня здоровье смущает ее. У меня там есть аптечка? А, есть, тогда. Тогда не волнуйся. Лечись! Так, 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 комбо, 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 сука. Я сейчас обижусь. Блин, здесь у меня автомат патронов, я ебал. Может даже с Саней поделиться. Так, сворачиваем суки шею. И хрясь! Серьезно? Ты че, чувак, не улыбаешься, на кого-то наехал, ёб твою мать. На, тут еще рукопашный силен. Бля, жизни, ё-моё! Аху, у тебя тычка есть? Так, короче, я иду к тебе, нахуй, заебали меня. О, я иду за ней. I will not die awakened for you. Итак, ну здравствуйте, пидорасы, ваша смерть пришла. Так, 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 посъел. Так, эй, а у меня птички-то и нет, собственно, охуеть, припёрся я. Ну ладно, я просто рядом был. Ебать живущая головка. Блядь, срочно нужна аптечка, нахуй, грюзу наберём снайперку. Не жалей, пидорасы. Косой, кривой, блять, называй как хочешь. Как можно было так помазать? Так, Аня, далеко не отходи. Хо-хо, какой выстрел, да? Аня, иди сюда, стоп, потом сейчас поделюсь. У меня от автомата пиздец дохуя. Аня, 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 я сзади как бы. Бля, только не так пизда. Все, готов. Держи. Ебашь, как хочешь. О, за него аптечку дадут, я знаю это. Блин, так удачно встала, они как бы за прицелом. Спасибо. Опять эта пизда вылетела. Получает. А, у тебя тоже есть. Мы если считаем, типа. Так. Убиваем эту суку. Да сдох ты уже, тварь. О, я бы охуй сам попал по тебе. Бля, у меня патроны закончились. Ну, блин, Ань, ты серьезно? А меня вылечить? Охуеть, я просто тебя обожаю. Я, блядь, ты что же вон лез, чтоб тебя спасти, нахуй, а ты просто взяла и аптечку сама. Охуеть, я тебя просто обожаю. Кстати, на патрон пистолет. У меня один хуй нету. 30 комбо, и, конечно же, мы его прибьем, потому что никого, блядь, нету. Ой, какая пиздатая карта. Она большая и пиздец. Да. Ну тогда еще один пуля. Хоть и маленькой. Маленький, да удаленький.
Так, эту хуйню надо взять. О, еще и тут время есть. Ого, с разворота так что. Ё-моё, гигантный пёс. Эль гигант. Чтобы зарубить такого пидораса, нужна снайперка. Желательно бесконечно патроны. Отлично. Просто как на Эдичек Датане. Прям в корень позыв. Не надо ко мне лезть. Опа, в голову. А, петушок, иди сюда, мне нужны твои яйца. А точнее яйцо. Ебать, я кривой, мама мне. А, да, еще время, сейчас подожди. Эй, иди сюда, смотри, не смей умирать меня, слышишь? Мы так охуенно играем. Ко мне иди. Что там команду еще не пойму. Давай по-русски. Так, иду за тобой. Не мало тебя. А, у тебя патронов нет, что ли? Ёшкин кот, да ладно. Ебать мой хуй. Съебался, блин. Держи. Блядь, еще и вылечь надо. Ну, ребят, вас тут пиздец просто. Пиздец, а я-то думал, что за хуйня у меня. О! Спас положение как-то. Сорян. Держи еще. И где опять остальные? Вы что, так охуенно быстро заебались, что они не успеют появляться, что ли? What the fuck? Ну пиздец, блядь, и мы им все собрали, по идее. Бля, так, у нас пока одна S идет. Осталось как-то 19 тысяч накопить. Может нам, может почти всех убили. Если сейчас реально всех убьем, то тогда получается заебись. Как бы там в любом случае 2 S будет. Ну вот, и где эту пазл среди такой карты найти? 30 секунд у нас есть, чтобы найти эту суку. Бля, по-любому петух, наверное, выжил какой-то. Ты знаешь, сколько тут петухов на этой карте? Я, по сути, одного ёбнул только. Ну вот, вот бля, вот одна сука осталась, наверное. Ну вот где? Как? О! Стой, чувак. Нихуя он не последний, еще где? Блять, я видел одного, сука. И у нее, походу, это было, судя, потому что ее ударили. Так, а сколько у нас в итоге? Эска, блин. Надо было комбо пичикать. А, еще до хера. А вот где эти? Пидорасы. 20-39 получается. Где они все нахуй? Уёбки. Ну ладно. Эс так эс. Ну что, с военными не хочешь? Тебя военкомат типа забирает. Я только не хочу. А теперь я врага за первый джил. А ты за эту? Мы поменялись ролями типа. А чё, а там у тебя на эске две что ли тоже? Ну, первая джил. А, понятно, окей. Вопросов нет. Ну ладно, погнали. Раскачаем народ. Так, надо уже бел налить, наверное. Или пепси. Ну, еще пепси не забыл? Не забыл. Пепси. Да я себе хуй забыл, я ж помню, где он. У тебя как у рыбки.
У меня хоть какой-нибудь память есть, у тебя даже такой нет. У меня великая память. Потому что злопамятных не может быть плохой памяти. На то не злопамятные. Но увы, я еще и добрый памятный. Так что не все так уж и плохо. Ой, бля. Рассмешили. Так. Единственное, как где военные. Военные с своими парализаторами. Так, а эту что можешь скачать? У этой критули после него ты ебать смотрите. Опа! Нихуя, критули не было. Вот это подъем. Ладно. Ну сейчас точно будет критули, вот смотрите. И опа! Нет, я сейчас криво мальца. Опа! Да ты заебал! О, видите, сразу критуля. Блять, правда, из меня комбо, сука, проебать, пока тут бэкпендрился. Опа, критуля. Опа, критуля, видите? А? Особенный персонаж, лёгкий. Эй, кто мне там из базуки целится? Ты что, чувак? Совсем попутал, Рамзи. А-а-а! Не больно, больно. И снова кайду я. Уху, я вас тут. Что-то у вас многовато, ребят. Эй, по моей... А, во. Блять, комбо нахуй. Двадцаточка. Так, ладно, надо идти уже за ней. А то у нее птички нихуя нет. Блять, комбо нахуй. Конечно же я проебу, блин. Черт возьми, уже красной жизни, какого хуя. Держись, только держись. Ну ёшкин кот, гандоны. Может не успею, это пиздец. Ладно, будем пытаться, может никогда не заемся, мать его. Быстрее, 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 быстрее. Быстрее поворот, быстрее направо. Так, пошел нахуй, чувак, быстрее налево. Ну, блять, ну еще 5 секунд дать бы мне, я бы успел. Ну 6 максимум. Гандоны, блядь, не буду раньше идти. Да пиздец, я должен следить за комбо, должен следить за своим здоровьем, должен следить за патронами, должен следить за напарником, должен... Пиздец, игра сложная. Или нет? Ладно, давай еще раз. У вас-то ебаный кот, видимо, прошел у кого-то. Недавно. Черный. Такой черный, блядь, как твоя жизнь, Антон. Пиздец, я кривой нахуй. Опа, свернули с точки шеи. Идем дальше. Берем комбо тайм. Конечно, я не успел, а вот нахуй надо, да? Игра просто берет и ебет нас. Прикольно, цветов фикаст еще и петух дохнет. Я даже не знал этого, если честно. Видишь, насколько игра пизданище, сколько я играю, а диспо новое нахожу. Как он, сука, выстроился, он без башки был нахуй. Ну конечно я промажу, потому что сюжет, блядь. Так, ладно, особо не задержишь тут, идем вперед. Быстро, 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 гоу, гоу, гоу. Да ну нахуй, ее этот хуй укусил с башкой. Ну, я, наверное, не успею точно в жопу, то есть так. Yes.
Эй, что это был я? А, я, наверное, все равно убил. Ну ладно, пидоры. Окей. Значит, сейчас просто молниеносно пиздим всех, кого хотим, и обливаем и нахуй. Ладно, делаем все прям быстро. Бля, может мне что-то написало? Подождать, а я тут ебашу. Так, ладно, быстро. Опан. Вперед. Берем, хватаем. Пизду не задерживаемся. Прыгаем. Так, занимаемся паркуром. Опа. Берем время. Поворачиваемся быстро. И комментарии, да? Немного поебашим, а то комбатан что поставил. Ах, ты селка пидорасин успела, блядь, ударить. Свернули с точки шею. Ох, нихуя снова выставил кучу его. Да какого хера он ударил, если я его без головы оставил? Он что, охуевший? О! Она молодец, тоже сохранила. Охоть на своем уже. Ебать мой хуй, блять, вот ДВП-ндривался нахуй. Как он вообще попал? Откуда? Когда? Где, сука? Ебаный ракетчик. Блять, вас два комба просто. А! Аня! Аня! Ты видел это говно? Она меня спасла, но игра просто сказала: иди нахуй, Илюх! Переигрывай, сука. Ха-ха, бля, это почему, сука, попал в кус? Это шкура с ракетницей. Ладно, четвертая попытка, ну, блядь. Еще из-за меня приятно, блядь, пиздец. Задрот, блядь, сука, обычный игрок, нахуй. Так как вообще себя смеем задрот называть? Если я сдох какой-то хуйне. Так, все, ладно, заебали вы меня. А, просто одни криты, сука, сейчас выписывать буду. Ну все, сука, давай, критерий. Так, у него нельзя, у него шлем. Так, рукопашная. 5 секунд. Это многое значит. Петух. Нет петуха. Итак, критерий. Есть. Критерий номер 2. Есть. Критерий номер 3. Есть. Ну, кто тут, сука, задает? Кто следующий, сука? Yeah. Ты петушок, иди в дотку играй, нахуй. А тут все серьезно, это как хуй не пинай, здесь все по-взрослому. Да-да-да. Опа. Быстро идем, быстро с ней. Го-го-го-го-го-го. Так, комбо, 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 прыгайте. Кто-нибудь, сука, прыгай. Где чуваки? Чуваки, сука. Есть критерий, даже из такой пизды я умудрился критерий сделать. А? Я после готов жениться на себе. Так, берем. 15. Почему я второй раз не смог повернуть такую же фишку с расстоянием? Неужели у меня типа энергия закончилась? А, вот это, сука, закинется, он палец, сука. Ну окей, петух. Так, где эта падла с ракетницей? Ну нет, 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 нет. Да, сука, убил вашего пидора. Да что у тебя такой хитбокс охуенный? Ты чё, не прихуел ли маус? Да пошли вы нахуй все! Лечусь! Да ты заебал меня дрочить сзади, сука! Не даёб, шо? Не дара? Так, все, идем. Не задерживаемся, особо 14. 15. Пятнашки не хочешь сыграть? Так, 17. Да почему у этого шлем, сука, я ему критерий не могу выписать? Комбо, 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 ебаное время. Ну, блять, ну, ладно. Хуй с вами. Да, хотя бы встретились уже. Так, что-то мне твоя... Нихуя тебе там столько аптечек, что хватит на целую армию, нахуй, вылечить. Так, так, так.
Блядь, это просто без комментариев. Ну, конечно, он уже отошел, нах, пока я там. Критерия выписали. Подходите, не стесняйтесь, всех вылечу. Ебать, я кривой, господи. Только что же охуенно ебашил. Вот. Почему я так сегодня не могу? Вот. Так, вот ушли. Нельзя целиться в голову. Ёбаный перезаряд. Вот. Ну я же могу, ёпта. На, нахуй, снова критерий. И... отечек, ты как бы это, кого? Так, лизуны пошли. Лизунички. Они хотят кое-что полизать. Так. О, спасибо. Даже я отблагодарю. Да пошел ты нахуй от нее. Да, захват это опасно. Итак, на позиции. Вообще, мне кажется, на тебе лучше сюда встать. У тебя снайпер вообще охуенно будет. Тебя здесь как бы никто не тронет, кроме ракетчиков, конечно. Если они рядом постанут. Кстати, пойду ими займусь. А, что-то даже нет, нихуя. А, вон он один пидор. Фу, я бы охуел с безмечества, ебать. Так, ты пока стреляй, стреляй. Нихера там, сороковник почти. Ой-ой-ой, отойди от нее, опа. Вот это командная работа, съебался нахуй. Так, 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 отечек. Вот это командная работа, одна ебаша, только так, блядь, ебаный шлем. Ой, сорян, тебя там, наверное, все-таки. Блин, да, я отошел из-за ракетчика. Он все-таки до моей груди добрался. Сучоныш такой извращенец. Ой, да, вообще мочи ты. Пока бы свою пуколку ебашит. Нихуя себе, мальчики охуели. 55 комбо, ебать. Так, аптечка. Аптечка есть. Так, Анечка, комбо. Блин. Я ща вылечу, мочи. Мочи, мочи, комбо держи. Я же сказал, что я вылечу онлайн, ты меня точно слышишь? Захват сделали, быстро! Ух, спасибо. Вполне вот ваш первый канал. Да ты чё? Полынишка. 60 комбо, не проебать бы нахуй, 64. Так, я даже патрончики передам. Своей снайперше. Приближайся, ебаш. Да, суки, съели, видали, как он у меня стрелец. Так, сзади никого нет, нихуя. Чего-нибудь дохуя. Ну, все, походу. Сейчас, конечно, прибьем комбы, слышь, не понял. Тебе наверх надо идти. Сейчас они появятся там. Пидарасы, крысы, ебаны. Так, поскольку у меня есть яичко в гнезде. Я тебе тогда передам. А то вдруг как-то мы там разделимся через жопу. Так, идем. И сейчас они появятся, потому что не твари ебаные. Сверху, блядь, заждались. Так, комбо-то я уже сделал. Так, ну появляйся, я сказал, я же всегда прав. Ну вот. Ребята, ребята. Давайте жить дружно. Ай, как тупо сейчас было.
Эй, а у нас почти две эски, ёпты. Бля. Это союз лесной, сука. Этих лизунов и военных. Так, снайперка твоя. Да, не знаешь. У нас здоровье. Так, патрончики, что у нас потом на снайперке, ей пригодится. Ебашь всех нахуй. Бля, у тебя инвентарь полный. Это говно, походу. Быстро очисти как-нибудь от мира от скверны. Вон, у тебя гранаты есть. Гранаты, гранаты кидай. Гранату. Грену кидай. Гренку. Гренку. Эй! Блин, лечись, короче. Спасибо, но лечись лучше. Быстро лечись, черт возьми. А, fucking shit. Граната слеповуха, она слепая, чисто не так слепые, еб ваша моя. О, умница. У нас эска, тебе главное не сдохнуть. Да все, все, хорош, лечить уже, мочи теперь. Так, держи патроны. Все, ебаши снайперки, только и снайперки. Уже один. Ой, конец почти. Твари зажали, сволочи. Демона не повсюду, а не повсюду, бля. Быстрое яйцо. Воплощение со скучным есть. 167 тысяч. Две эсочки. Ля-ля-ля-ля. Что, не веришь, Антошка? А ты поверь, ёпты. А не поверю. Ты как у тебя там? 139 уебали, 72 комбо, 72 комбулинку ебашим. Да, весело он поебашил на этой карте, ничего не могу сказать. О, завод следующий, завод Фредди Крюгера. Это прищал маленький детей и... Ну вы поняли. Ну-ка, наверняка что-то написала она. Ну хрен, завод, это вообще-то корабль. Какой корабль? Завод. Завод, будет он с батей спорить. Ух ты, она не за какую-то, а играет за Шеву, да за третью. У-у-у. Нестандартный выбор. А вот я знаю, за кого играть. Печаль такая, поиграй за Крис. Такая, ну заебал, поиграй. Че, не мужик, что ли? Блять, у меня вот эта леска остается, только поиграй, вот. За первого шелеска. За второго тут уже играл. Оу. Ну ничего, не могу сказать, хватит. Да, лук это святое. Лукоморье, дуб зеленый. А я зажил пайка. Такая вот. Нестандартная. Блин, правда неудобно этого хера будет, наверное, ебашить. Главное, и снайпер патрон, чтобы такое было. Итак, ну поехали. Мы почти уже близко к финалу, осталось 3 карты. Потом мы играем в другую игру, которая тоже раздел называется, только из другого раздела. Поехали! Let's go! Fucking shit. Опа, берем хамбатаем. Напрыгиваем, как мог допрыгивать. Давай, стреляй бомбой, динамитом. И... Опа, какой снайпер. Подожди, не снайпер. Курица. Опа, снова выстрела. Ой, я тут яичек снесла. Ебать, я этот лекарь, ему они тебе. Хил.
Ну, нет, что-то никого нету вообще. Прям вообще... Опа. Комбо. Фу. Умница. Да что-то у меня вообще никого нет практически. Что за нахер? Фу, сохранил. Окей. Да ебашь, ебашь. Кошмар, у тебя же аптечка есть. Так, ты где вообще? 29 уже, нихуя. Нихуя ж себе, подумал я. Я иду, за тобой держи комбо, пожалуйста. Ава. Нихуя, я тут сразу, блядь, здоровяк, блядь. Блядь, типа, никого нет сюда. А, я проебали комбо, конечно. Ну все, держись, ты сукин сын. Опа, как я прям сальтуху нахуй. Ой, серьезно, братиш. Не падай. Ну что там? Ничего. Что значит ничего? Что-то должно быть. Да, ничего. На, ты свет увидел. И спасибо. Фу, я чуть свое. Не понял. Так. Ты что мусоришь? Что это за хуйня? Это наушники достал. Да там вон, смотри, что это за хуйня. А, не знаю. Писец, конечно. Нет, это ты. 15. Так, она взяла этого имя? Не взяла, странно. А что хочешь в наушниках? Что ты в наушниках хочешь? Музон. Музон выбить? Ты, блядь, музон выбить? Я музон. Маньку-ишка. А что, ебашь, хочешь под него? Один. Помоги. Нет, был пятый резик. На коньке у меня. Чё, погнали? Ай. Come on. Come on, baby. Тут он. Этот, блин, как там, понял, называется, спрей. По дороге. Так, ладно, пошли, что тут вообще скукота, я ебал. Сейчас наверняка горячо будет сверху. Так, идем. Блин, что-то хуя. О, видишь, даже Джилл смотрит, типа, нихуя там, походу, кто-то появился. Так, чувак. Нет чувака. Ох, нихуя себе там, блядь, звездный десант, сука, высадился. Здоровья. Лечись. Черт возьми, лечись. What the fuck, здоровяк здесь. Вот здесь. И получается, сукин сын. Ебать ты живучий. Окей. Давай, взрывайся. И снова получай. Опа, сальтуха. Две сальтуха и пизда.
Него. Так, а знаю, какие-то важные патрончики. Пропускать ни в коем случае. Полюбил. Выбак мне 100 карточек. Нет, комбо, не теряйся, не теряйся. Надо яичко скушать. Быстро, быстро, Джилл, яйца, яйца. Быстро. Оп, оп. Скушали. Есть. Полюбил. Прыжок веры. Опа. 23. Ебать, у вас тут накопилось, ребят. Нет! Столько народа, я помощи с поебал! Бля, ты чё со мной не так, чувак? Может, ты просто... Ну? Да, конечно. Мог не может быть тащим. Это твоя мать снова поебал дом по блякому. У него мало жизни, по хуя. У тебя аптечка есть? Нету, идёшь кинг-код. Я бегу, бегу, стой на месте, я знаю где-то. Только держись. Все, я иду. Вы съебался от урна, вот так. Стой, 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 не уходят еще от меня будешь. Так, просто быстро зайти. Да не это говно, во. Заебись. Играем дальше. Продолжаем игру. Ух ты, краснопёр появился. А, мне нужна помощь. Идем. И в рукопашную, сальтуха. Опа. Еще ты, по идее, можешь ебать, но неуспешно. И сальтуха дважды. Не, все-таки три сальтуха требуется, если полная жизнь. И сальтуха 3. А, нет, не будет сальтуха. Ну давай. Ну чё, охуеть не прикасаться. Ава. Она неприкасаема. Я сказал неприкасаемый, чё тупые что ли? Дурак что ли? На нахуй. И ещё на нахуй. Спасибо. Спиночку попила. Свернули сучку шею. Опа! Так, уже шеститоников всех ёбнули. Получается, ставить одним мобом обычно. И, конечно же, они, блядь, снова пропали, походу. Потому что надо залезть наверх, блядь. Почему? Я хуй знаю. Механика игры, блядь. Карты, нахуй. А, такой бред. Почему они не могут сразу появляться? Почему я обязан, сука, лезть вверх, блядь, чтобы они появились, блядь? Почему именно сюда лезть, а не куда-то? Спернем шею снова. Опа. Кстати, у нас уже эсочка одна. Надо тебе поставить на две эски. Одними прыжками просто вальнул. Так, ну собственно я вернулся. Хера там. Фига там за кустом. Спасибо. Сейчас вылечу. Опа, и как новенькая. Да как, ты чё? Вонишь что, не добила. О. Так, нам осталось 9000 всего. И снова теперь не появляется, потому что надо залезть наверх? Вы чё, серьезно? Так, есть минутка.
Да ебать будет обидно, 7 тысяч осталось всего лишь. Так, одного вижу. Да, мы убили всех и получили 194 тысячи, почти 200, нахуй. 200, ёпта. Где, сука, салют в нашу честь? Ой, блядь, какие мы молодцы. Сам себе не похож, никто не похож. Итак, осталось последняя карта, а потом последняя, самая жопа полная. Где там надо будет наших топов выбирать, типа. Ой, тут бензопички ебаные, ебаные бензопички. Ну чё, Ань, ты как там не заебался ещё? До конца? Пройдём ещё две карты, чтоб все были в одном видео. Да, будет весело потом, когда смотреть будем. Ну окей, хуля. Ебаш, раз начали ебашнуть до конца. Блин, надо бомбёна уже выпить. Бибибём. Ладно, поиграем на этой карте, на кого-то ещё, блядь, не играл. За тигран, что-то поиграть. Я тигр. Хуёво, рэво, рэво. Итак, играем за тиграна. О, что тут вообще гангрен надел, нихуя. Ну, поехали. Чувак, у нас осталось две карты, прикинь. Нихуя себе музыку он слушает. Так ты меня услышал сейчас. Так, надо тебя, короче, всем матом, короче, переругать. Пока ты не слышишь. Типа. Итак, поехали. Тигранович. Что можно ему сказать? Ну, кроме того, что он охуевший. С охуевшим причесоном. У него две базуки. Он единственный персонаж, который может две базуки в одном инвентаре держать. Никто так не может. Ну и на этом все. Минусы. Минусы вообще пиздец до хуя. Ой, серьезно, надо два раза шестерить. Пиздец. Надо петуха убить. Петушочек, извини, но ты должна умереть. Опа. Петушочек должна. Ты должна. Как ты вообще склоняешь? Петушок, он мой, мужской рот. Ага, знание русского. На пятерочку. Он прям вообще сказал, петушок должна умереть. Да я пьяный, чухан. Мне можно себя простить. Ты, блядь, выпил только один адреналин. Надо его даже вставлять, просто, блядь, как ты вставляешь пылесос, нахуй. Смотри, у меня путешествие не крис, нахуй. И опа! Блин, чё там бабушка смотрит? Там сектант какой-то. Запишет пришел. Хули ему надо от меня? Для этого я по часам укладывал весь день. Итак, одну базуку потратили. Он встает, он встает! Бежим, бежим, бежим. Ну иди сюда, падла. Я жду тебя. Что? Я не понял его. Он что, за ней пошел? Ты дурак, что ли, ёпта? Иди сюда. Блять, комы сейчас проебу же нахуй. А, охуеть, я проебал, как тупо его. Да чё у вас так много-то сразу? Ну кто теперь силен, а? Кто теперь сильный, сука? Только мускулы ебаные. Ну какого хуя это было?
Так, комбо. Опа. Шестерочка. Ёшкин кот. Ты чё такой немощь, ёб твою мать, должен был добить его нормально. Ты чё такой кривой? Мне кажется, или где-то Аня рядом. Мне не кажется, она действительно рядом, еще с базукой, нихуя себе. Моя девочка сразу не там. Отпусти, ребятка. Так, а где она? А, на ракетчиках, походу, заебнул, которая в красных станичках. Или в силе? Или в обоих сразу заебнул? Я, конечно, умён из добровика. На расстоянии пиздец. Ну ладно, что поделать. Окей. Как я бы сам реагил, да? Реакция как? Кошки. Ух ты! Синюшный припёс, иди ко мне. Иди ко мне, Старкина. Так, быстро. Опа. Так, базука, иди сюда, за мной. И... Опа! Готов. Главное, теперь уйди, когда он встанет. Так, чтобы быть аккуратно. А то как... Сзади как... Ух ты, прикольно было. Да не, он тут. Смотри, аккуратнее, чем он, типа, должен встать. Ну, типа, что-то он задержался, смотри, на этом свете. Бля, сейчас комбо проебал. Нет, нет! Фу, я бы охуел. Тут там, пока ты встань, было. Охрень, мне патрон кончились за этот игр, вернее. Бестика. Ну, зачем? Да ебил я его хотел топнуть, блядь. Свои... Своими блиндарами. Да ладно, что, опять с бензопила появился? Ты что, гонишь, что ли? У нас что, дурачки, что ли? Не-не-не, это я свой. Меня что, вам так сложно отличить? Такого красавца, бедного. Черную полосочку. Реально появились еще пидоры. Аня, беги назад! Вперед! Блин, назад. О. Слушай, блин, у меня больше нет этого. Гранатомет. Гранатомет, ты нет? О, у тебя гранаты есть. Эх. Ой, ну что-то не то. Я думал, у тебя другая. Ладно, пиздим его по-обычному. И пиздим всякого, хотим оболевание. Есть, убили. Ну где-то походу синими станашками. Станашками, блядь, ебать сказал, станишками. Так как краснопёр в одиночку же не ходит обычно, потому что сыкло ебану. Граната получает. Эй, и всё равно живой? Ну и кто такие гранаты производил? Так, собственно, одна вылечилась. Пока пиздец не остался. Так, патрончики, ёшкин кот. Спасибо. Патрончики. Либо тебе потом от автомата, либо что-то из автомата. Так, пришел опять красноперый. Красноперый прямо вокруг все. Рейнджер зон. Наверх? Go. Спасать его можешь. Так, идет сюда, давай. Как он дверь-то открывает стильно, а? Вот посмотрите на него, да. Да конечно, чувак. Хотел подойти. Готов, милаш. Только вот проблема. У меня патроны на добычках кончились, считай. Опа, двойная работа. Ну вот хули я ему своей пукалкой сделаю. Ты откуда вообще оказался, чувак?
Батин ты снес. Пошли, короче, наверх. Там базыки будут. Как знаю, режимся базыками, просто в жопу выстрелим. По самой не хочу. Как раз отечка появилась в воде. Хоть у меня тихо, но он слышал. Так, ты что тут забыл, парниша? Заблудился, что ли? Ебать мой хуй, ну что тут делать? Четыре чувака с арбалетами, блядь. Четыре, как. Сзади это бензопильщик, нахуй, быстро как-то там получаемся. Давай, короче, дама, вперед. Давай, давай, вперед, вперед. Быстрее, быстрее, быстрее. Блядь, не придется ждать как-то, а, мать твою. Помни меня. Мать твою. Пошли в жопу, суки. Ну возвращайся, ёб твою мать! А, блядь! Нет, живым не дамся! О! Съели, суки! Пидорасы, блядь! Я вас всех в жопу ебал. Опа! О, как я спас, что было горячо. Чё, ты уже... А, ты базуку эту, что ли, потратил, что ли? А попало хоть? О, вот это была, конечно, адреналинная ситуация. Видишь, какая? Даже в игре за девочку воюет. О! Так, надо вылечиться. Дебаша. Так, нам как-то надо время повышать. А то пиздец какой-то. Собственно, эсочка будет, конечно. И бойцов тут понабежал. А, вон еще... Ой, да мы еще дохера рейтинг совали. Я вашу мать налево. Короче, ты внизу, да, собирай, а я сверху. Эй, какой нафиг хелп? Ух ты, тут еще и гранатомет есть. Гранатометчик Крис. Так, ладно, я иду, у тебя там эти бензопилы. Надо их сейчас порешать. Из ракетницы. Сейчас, подожди. Так, а ты что, обмен? Серьезно? Нет, 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 беги от него нахуй! Когда ты уже успел его ёбнуть? А, ты же из ракетницы попал, когда он этот... Окей. Да ебать вас тут, блин! Не-не-не, назад, 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 там пизда. Сейчас разворачиваемся и ебашим. Ааа, блядь, умрите, сука, с катроги. Блядь, перезарядка, сука. А, съел, сука. Да, бля, как делать нехуй. О! Надо вылечиться, сразу, значит, пожар. Так, слушай, нам осталось всего лишь... Сколько? Ну, остановись, время. Счет, блядь, стой, нахуй, я не могу сказать. Вот. Короче, 8-2 осталось. 8-8-8-8, блядь, ну где народ, сука, народ, блядь. Да чё они такие гандоны? Чё, тебя там звонят? Угу. Алло? Блядь, ты как-нибудь потише говоришь, чтобы там нас давно слышал. Бля. Хрему. Да. А что? Ну, вот я еще приду, потом иду, правда, а что? О, а я пойду. Да. Да ё-моё. Ну, да. Да. Блин, только не ошибал. То есть вы знаете, то, что раньше понедельник ничего не решится, но при этом как бы все это переживаете хоть. Но я все равно сказал, что вы армите, так что нам. Сейчас мы выиграем. Нет. Да не бегайте там народа. Пипец, я не в ту сторону пошел. Нет. Кстати, ну все, походу, эсочка. Ну, блядь, не может, а надо. Да, эсочка. А я не знаю, где я. Шикарно. Просто кошерно. Ух, весело. 160 тысяч, неплохо.
Зачетненько. Ну что, последний сейчас остался. Сейчас наблюдаем его. Ну, значит, ты лучше знаешь все, давай тогда. Смысл тогда говорить, если ты все знаешь. Че там опять тебя? Мозги ебут. Итак, последняя карта. Мы уже заебаны, как хуй знает что, а тут наоборот надо сейчас ебашить, поэтому что быть в тонусе, мне нужен белый. Антон, сходишь в холодильник? Ладно, все, че. Сейчас, подожди секундочку, я быстро. Ух. Я пришел! Итак, а помнишь, я покупал особую шляпу? Сейчас. Секундочку. Так, надо. Ухо, ушко. Опа, напялили. Итак, короче, это. У меня не Берн даже, а на этот раз из Адреналин. Game Fuel. Fuel как переводится? Полная игра. Да ладно, полная игра. То есть, если вот эта хуйня не пиздит, значит, сейчас я должен выпить и просто ебать всех нахуй. Включая палача. Вот, поэтому, кстати, я вас чекал такую хуйню, вроде бы он отличается от обычного Red Bull, который пил. Ну посмотрим, связано ли это что-то с играми, придаст ли это сил, понравится ли ее по вкусу, да и вообще будет ли все заебись после этой хуйни. Итак, пробуем. Сейчас раз с вами эфир, я сдохну нахуй просто. Хуям. И ты будешь наследником моего канала, Антон. Подальше мы сразу. И будешь забой с собой, нахуй. А то я из тебя нахуй с неба достану, блядь, если увижу, что что-то не то. Итак, значит, заебись. Собственно, блядь, ну не за крысами не хочу, ёбнусь, какой нахуй крыс, не хочу видеть на этой карте. Так, буду играть за лес, как раз одна эсочка у меня тут. Ну что же, вот мы подошли к финалу. Финал всех финалов, ёпт. Время. Охуеть, мы час 53 минуты ебашим, да ну нахуй. Да хуя, я заебусь это видео. Рендерить. Ну да ладно, похуй. Кого ебет чужой горе, да? Итак, сейчас даже попробую чуть. А по-моему наебало, то же самое, просто упаковка другая. Серьезно, что ты меня так смотришь? Цвет другой, дай попробуй. Такой же цвет. Ну-ка, подожди, дай свет нужно. Тут он более желтый. Да блять, потому что более охуенный. Дай попробуй. Да не дам я тебе бог, тебе туда охуенно. Это для меня только. Ты же не играешь в самые серьезные игры. Я играю по... Это что, серьезное говно, хочешь сказать? XCOM? Ребят, напишите комментарии, за кто XCOM считает серьезной игрой. Да. Беги там дохуя комментарии, все твои страницы фейковые. Ну я ж тебя знаю, тебя по IP-адресу выучишься, сука. Ладно, а то меня уже напарница заждалась там. А то как-то нехорошо выходит. Итак, погнали. Как-нибудь сейчас с боем прорвемся. Прям две эсочки нахуй. Прям вообще прям друг друга прикрывать всех хуйня. Итак. Ух. Правда заебался. Честное слово. Что-то даже напиток не очень помогает. Ну да ладно, это должно надеть отлиться. Итак, поехали. Я оказался внизу, в самой жопе, где появляются все пидоры со всех сторон. Ну да ладно, бывает. Итак, берем время. Главное время, сука, все собрать. Максимально быстренько и при этом комбо держать. Короче, слишком дохуя ответственности сразу дает. Топором он, блядь, кинул. Так, надо стараться завязкой, поскольку я играю в рукопашный, чтобы убить, потому что я рукопашный, просто пиздец. На уровне бога ебашит. Ух ты, палач прям сзади Ани. Я бы не видел это сейчас. Так, я иду, держись там, только держись. Я рядом.
Не рискуй, пока его пиздить только. Сейчас я подойду, мы его быстро вдвоем ёбнем, как делать нехуй. Где этот петух ебаный? Стой, нахуй, тебя должен убить. Стой, блядь, я сказал, сука, меня там Аня ждет, а ты выпендриваешься. Стой, блядь. Блядь, аж палач, помоги мне убить петуха. Мне помоги, сука, а не за мной иди, пидорас ты ебаный, блядь. Ааа, петух, сука, я тебя просто, блядь, да твою мамку ебал. Ааа, сука, стой, блядь. Где моя светоуха? Блядь, петух еще кусается, сука! Ой, блядь! О, сука! Пиздец, я время не убил этот петуха, я... Все, я убил его, блядь. Пизда, ебаша, нахуй. Ну где эта сука, блядь, жирная? Тащите его жопу сюда. Да не твою жопу, тут у тебя слишком маленькая. Вот твоя. Опа, опа. Опа. Вот так вот, хуя ты, кстати, быстро довольно. Ты уши там ранил еще, не хуял так. Так, аптечку возьмешь ты тогда? Блин, нахрен ты мину взяла? Нехорошее это занятие. У. Ты аптечку-то взяла? Она взяла. А, блин, эти головы гребаны. На войска ты что, должна вставать? Опа, растяжка. Так, тогда комбо, комбо, комбо. Да, вот эту угрозу с петухом. Прям хоть отдельный момент делай. Ай, блин, комбо проебали. О, все перезарядили. Спускаемся вниз, в самый ад. Там просто 90 секунд. Так, я иду. Мама мия, Аня, помоги! Не, это будет не смешно. Ууу, спасибо. Я пока яичко скушу. Ууу, готов. Тогда я картечку возьму, а то у тебя и так одна есть уже. Потом от магнум дать. Спасибо. Бля, как он угарно благодарит. Ой-ой-ой, не то. От тебя. О! Ну еще. Малость. Че, погнали? В середину, где самая жопа обычно. Это не очень удобно место, не помню. 18. Перезарядись, Ань. И он такой, блядь, даже он так смотрит, да? Ну ты чё тут все еще ебашь? Надо уже пора нам в середину идти. Ну, спасибо. Ух ты, какие люди пришли. Какие пидоры наступают. По всем фронтам. Отлично, еще и в комбо этот пидораса внесли. Съебался от нее. Серьезно.
Ой, как глупо, опять комбо сохранил. Ну я что, не мог право, что ли, убить в этом случае тогда? Что это тупой-то? Ну и серьезно, братиш. О! Да ебать, у меня уже гранат скопилось. Пипец тут предметы. Спасибо. Ох ты, какая умница. Ты тип патроны, сука. Охренеть, ну буквально на миллисекунду я не успел. Блин, ну что за говно? Ой, как чё-то. Взорвалась-то. Подорвалась. Взрывайся, граната! Я бахну, если бы она меня подвела. Мне подсказывает, что мы, по-моему, не все время собрали. Пойду-ка я поразведу обстановку. Ну, блин, ну вот не хватало еще, чтобы меня коцали сейчас. Ну, конечно, не все время. Блин, нифига себе, ты там потом взял пистолет, а со мной поделился, что ли. Ой, мы даже и там время не взяли. Короче, надо ебаш. Ну, эсочка, я думаю, уже точно уже будет у нас. Я не пойму, что ты хочешь от меня. В смысле, камал? Потом у тебя будет как есть. Что тебе от меня надо? Она меня дрочит. Уйди, уйди, женщина, я не понимаю, что ты хочешь. Иду, иду. Типа в серединку. Ой, ё-моё, что-то не туда принял. Ай, маску заляжку. О, хуя, по двоим, спасибо. Блин, лечись, у тебя есть аптечка? Есть. Лечись, короче. Ёшкин кот, а, я тебя понял, чё, на комонково. Да лечись, у тебя есть аптечка же, я тебя видел, о, умница. Ебать, тут толстяков понабежало. По душе леска. Ай-яй-яй-яй-яй, убили мега. Я должен успеть палача убить. Я просто обязан. Да, я это сделал. Сто сорок три тысячи. Блин, 7 тысяч не хватило. Ну комбо надо чуть-чуть было получше держать, и так бы справились. Так что, походу, напиток действует. 120-33 комбо. Ну да, что-то как-то 33 вяло, конечно. Ну ладно.
Ну, было весело, особенно с петухом. Прям хоть отдельно, блядь, момент делать. Сам поугарание, потом когда смотреть буду. Ну что, в Dark Side начинаем или как? Погнали в Dark Side, короче. Так, нажми там, Антон, на шлеп. Так что с вами был Скайпом Антон, всем пока. Так, ну что, все, продолжаем. Так, третья карта у нас. Так, СРБ мы сейчас проиграем. Даже по-особому сейчас попробую поиграть. Хочу попробовать с этим автоматом проверить. Ой, с патронами не должно проблем быть. Я сразу добавлю клуб больше нафиг. Сейчас мы поехали. Ну все, погнали. Добавлю с одним автоматиком. Опа. Да ладно, не убила. Ох, сразу по троим пропашь. А, нет, по двоим не пошли. Ну, копашка нереально мощная. Ничего не скажешь. Еще зуб так написано резко. Да, что-то пока не грустно. Блин, никого. Патрончик потом я передам. Как поставить? Ой, серьезно. Глупо. Да, с этого никак делать не. Блять, как он так переместился? Да? Это просто праздник какой-то. Ой, блин, большой пошел. Наверное, вот туда. Прикольно, моя лошадь. Двумя баллончиками появилась. А, у меня такая вот. Бабая. 60, да ну на. Жесть.
70 нахуй. Охуеть. Очки пошли. Ой, держись только. Блин, иди, наверное, ко мне, что ли? Я тебя сейчас вылечу. Охуеть, сотку мы дали. О, вот что значит, родная поела. Сотри нахуй. Так, я пойду тебя сейчас еще вылучать, не хватало еще, чтоб какой-то пиздец был. 104. Ёшкин кот, держись, только держись. 104, ну ладно. Если бы, блин, жизни был, конечно, то мы бы дальше не жаль комбо, но, блин, здоровье важнее. Ау, блин, сори. Забыл. Ай-яй-яй, быстрее ты там из стана выходи. Вот я ебашку попомню. Хуя ты там. Ну-ка, дай-ка я получаюсь, сука, электрошокером тебе, нахуй, в животе. Ой-ей-ей. Иду. Пассиру, конечно, неудача. Не, так да хуя псичка. Дашь тебе одна дам. Охуеть, мне дали 280. Ой, 208 тысяч. Вот это прикол. Наш пока лучший код за все время. Потому что мы имеем мышленько. У меня небольшая проблема, у меня потом. Так, ёлка. Вот это смешно было. Блин, мне его нечем вообще пиздить. Так,
знаешь, для меня это автомат очень хорошо. У тебя вообще гранатомет есть, ты что не пользуешься? Спасибо. Держи. Выживаем как можем. Блин, у тебя забито все. Дай что два яйца, а я ими убью кого-нибудь. Спасибо. Смотри, только не лежи такие. Хотя помню, у тебя было дело. Кто муды нас перепутает. Хотя как пёс, как мне. Да, вот это рекорд у нас там. Это мы на сколько? На 80, на 80 тысяч больше, чем следовало. Охуеть. Да, вот это круто. Очень крутой рекорд. 104 комбо, охуеть. Собрались, называется. Да, прикольно, конечно, с одним автоматом еще при этом бегал. Ну что, следующая карта, четвертая. Надо смотреть, что там написал наверняка. Чёрт, да. Так скромненько. Да просто вообще охуенно сыграли, мега. Супер, ультра, круто, охуенно. Так, что здесь снова за рыбак мне надо? Всё-таки по разнообразию. Поиграю вообще за шеву. Пиджачки. Так, че? Сори, чуть я зачитался, мне еще просто прислал сообщение. Ну, сейчас там указано. I'm in a chopper, headed to your position now. You two will have to work together to defeat as many enemies as possible. You'll get a special bonus if you defeat multiple enemies in a row. Так, поехали нахуй. Это рядом что? Помоги.
Что за кривая? Это что такое? Блин, лечись. Полтинничек ебать. На этой карте. Блин, там с мной не умирай только. Так, нет, все-таки пойду с добавленным шоком. Thank you.
терпеть еще столько времени, а мы уже 116 набрали. Очешуеть. Еще на виске жаловался, что он благодарит. Пиздецово. У тебя от гранатомета песо с патроном. Ты не, не забывай комбинировать их на квадрат, чтобы применить. Ого, у тебя там пиздец, сейчас приду. Бля, это пиздец, через стену. Охуеть. Снова две эски уже. Ого, тут их сюда быстро. Всех типа убили. 185, охуеть. Что-то после того, как ты свои дела сделала, что-то пиздец ебашить стали.
Да, может, тебе реально сексалы придут. Ох, военные, мать их. Ну чё, снова атака клонов? Особенно, как будто сейчас, блядь, заснёт нахуй. Или как будто стошнит сейчас. Нравится, я когда говорю. Ну, гоу хули. Снова атака клонов. Из джил превратился в экселу. Гласи, меня тут Лёша залайкал. А хотя мне всё только рал лайкнул. Ну не то слово. Ну поехали. Блин, тут, кстати, в отличие от тех наемников, тут еще с калашами ходят. Потом позже будут появляться. Так что не видно. Будет. Нихуя, с какой силой надо было ёбнуть, чтобы они так Калашами пошли уже. Это серьезно.
Не-не, как с калаша, а не с этого. А не с базуки. Где он, кстати? Блин, поебали комнату. Ладно. Тоже неплохо 60 секунд. 70 практически было. Нахуй, сколько очков с карты? Так, восстановлю-ка тут минное поле. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Меня должны выбрать. Да ёшкин кот, мне нужна помощь. Да что ты, сука, не встанешь? Нет, мои. О. Охренеть, 4000 не хватило. Ну ладно. Считай, мы с набрали две. Блин, что-то я уже устал, если честно. Нихего вот так. Чуть ли не весь день вашим. Блин, мне еще потом это редактируется. Сколько у нас там карт получается осталось? Две или... Да не знаю даже, блин, подустал, конечно. Ну давай, ладно, еще сейчас попробую. Одной похлому. Даже не знаю. Мозаика виса. Там какая следующая-то? А, завод это долбанный. Да.
Ты сама как, не устала, да? Ну ладно, погнали. Я думаю, на последнюю все что-то я устал. Позже, если ты, конечно, спать не дашь, можем Блин, бабушка, ты можешь услышать. Спасибо. Вот и все, ребятки. В смысле? Ты все, типа? Вспомнили Пашу. Да ладно. Поздравляю. Скорее за 4 дня. Великий, повторяемый XCOM. Ну что, там только одна типа компания, и там за раз раз типа нет, так что ты там будет. Слишком круто. А ты что, какого-то играешь? Ну, совершенно круто. Понимаешь, если там 600-500 компаний, то они вообще просто... Сонный суд, по-моему, не дадите. Чё, ты опять не запускаешь? Да я думал, там тут лаунч распускался раньше, а сейчас что-то лаунчера нет. Ну, прям пиздец. Прям запись тебя хуй делать сейчас. Мой дудан прошел XCOM, сука! Поздравьте его лайками. Именно суп, учитывая, что сделал в моем компе. Да. Ой, доебальная бомба. Ну ладно. Че, наверное, давай там уже это. Ну ты понял. Чего там? А, че? Подавал. Ага. Ну все, не хочешь, сам уже 12. Да потому что че, сейчас комп забью все дела. Буду вообще ролик не заниматься. Как раз передохнул, я не знаю, что это будет потом, наверное. Ну, край. Это контроль, нееее. Такой, я любил тебя как брата, да? Ой, блин, что-то поебал комбо. Ну, благо. А, не смотри, ничего. Так. Да, что-то уже занят, конечно, я когда устал, конечно, тупить начинает. Надо не с кем, блин, у него еще мало жизни. У него еще аптечки нет, ёшкин кот. Блин, успели я до меня добраться. Ой, ну еще только тебя тут не хватало. Да где она вообще? А, все понял. Эх, ты что ж такой крис не дай? Не можешь.
Я иду. На ходе я, собственно, тучу, но нихуя не знаю. Куда она уже пошла? Вызывайся. Я его копашу. Ну, конечно же, я пытаюсь отхуй. Ох ты, опять у нее жизни мало. Где она? Я иду. Наверху что, ёшкин кот. Отлично, сейчас тут этот хер. Тут такая не, ну ты гонишь.
Здесь толстячок у нас сейчас будет. Рукопашню! Не успел попасть. Рукопашную. Красавец. Ну где остальные-то, ешь? Ой, блядь, снова надо лезть на эту хуету, чтобы они появились. Ну чё за нах? Ой, да ещё и время нельзя, нихуя. Блядь, снова у нас дверец. Что-то у нас первая половина будет позитива дохуя, но геймплей не очень, а во втором наоборот. Ой-ой-ой. Блин, это было разумно. Ну ладно, я, наверное, все. Ну, не чисто на сегодня все. Передохну, наверное. Если у тебя там будет еще желание, ты не ляжешь спать, то можем попозже еще продолжить с нами передохну мальца. И как раз можно же видео займусь нашими вот этим. Ну отредактирую, поставлю на рендере. Или просто пока сделаешь. Блин, что за хуйня в группе, сука! Как тебе там отправить эту хуйню? Сейчас, подожди секунду. Называется только вошел и, короче, смотри. Сука. Ой, блядь. Через час-два. Ну да, кстати, я тоже думаю, что мы такой нормальный, как раз передохнем, все дела. Вот, сейчас. Тогда давай тогда еще не прощаем, соответственно. Отлично сыграли, очень вот сейчас вот последние вот эти вот три игры. Пиздец, конечно. Правда, комментарии, конечно, особо не комментировал. Ну, хорошо, ладно, давай, на связи тогда, если что. Ну, отлично сыграли, спасибо за игру. Ну, еще, думаю, сыграем тогда. Ну, я тебе и говорил, да, это легче тут наемники. Ну, как-то все, у всех арсенал охеренный довольно. Хотя тут дураков больше и заменили, как видишь, то пауки, то еще что-то, ну, легче все равно. Так что да, мне тоже, конечно, это легче. Ладно, давай-ка все, я, короче, завершу, по сути. Так что с вами был Скрипт Фантомик, Найтмэн, как всегда. Всем пока.